Сувенирами на память о городе на Десне. Так встретили в Брянске иностранных друзей. С приветственным словом на правах хозяина к гостям из ближнего и дальнего зарубежья обратился глава Брянска Александр Хлеманков. Сегодня для нас особенный день, 17 сентября. Мы очень трепетно и с большим уважением относимся к тем людям, которые освободили город Брянск, которые трудились над его восстановлением. И очень радостно видеть наших друзей, побратимов, которые приехали к нам в этот день разделить нашу радость. Чтобы поздравить брянцев, гости из Латвии проделали путь в 1000 километров. Говорят, не приехать не могли, ведь город Ауци и Брянск связывает многолетняя дружба. Брянск у нас уже серьезный партнер, настоящие друзья. Договор мы заключили уже в 2009 году. Радуемся, что вы отмечаете свой праздник и рады и горды тем, что мы можем быть здесь. В числе гостей и поляки. За развитие партнерских связей между Брянском и Польшей председатель общества сотрудничества Польша-Восток Юзеф Брыль вручил Александру Хлеманкову диплом и медаль, которая олицетворяет собой дружбу двух народов. Такую же награду получил и художественный руководитель и главный дирижер Брянского губернаторского симфонического оркестра Эдуард Амбарцумян. Желаем, чтобы люди в вашем городе улыбались и всегда хорошо жили. Мы знаем, что сегодня день освобождения Брянска. И мы знаем также, какой вклад советские солдаты внесли в освобождение Польши. Более 600 тысяч советских воинов похоронено у нас. Всем жителям Брянска желаем процветания и всего наилучшего. Поздравить Брянск также приехали гости из Литвы, Молдавии, Сербии и Республики Беларусь, которые представили делегации из Могилева и Гомеля. Кстати, белорусский Гомель тоже 17 сентября отмечал свой день рождения. С подарками и теплыми словами из Москвы прибыли представители брянского землячества. Они пообещали, что скоро в областном центре появится памятник основателю нашего города, князю Олегу Брянскому. Кристина Прицхилава, Евгений Седачев, События Брянск.